Привет, друзья! На просторах Ютуба появилось очередное фитнес-мракобесие, мимо которого я просто не мог пройти. Знакомьтесь, это Фито Дмитрий, еще один ученик Спартака, который с радостью украдет ваше время, деньги и даже здоровье. Привет, мой ученик! Как идут дела? Все идет отлично, так как вы и предсказывали. Его контент на 70% состоит из бесполезной водянистой воды, на 20% из ужаснейшего, лютейшего антинаучного мракобесия, на 9% из действительно полезной информации и на 1% из опасных для здоровья советов, которые могут угробить вам жизнь. И давайте начнем сразу с рассмотрения того самого ужасного ролика, который, собственно, и триггернул меня записать это видео. Дело в том, что у Фито Дмитрия на канале есть видео про солярий. Вау, ты такая загорелая. Где отдыхала? Спасибо. Да я в солярии была. И в нем он говорит следующее. Только подругам не говори. Они постоянно твердят, что это вредно. Одна вообще медицински закончила. Маш, ну если у тебя нет прогрессирующих болезней, это все бред. Ты же сама понимаешь. Тоже так думаю, но аргументов в споре нет. Слушай, да солярий наоборот полезен. Витамин D все-таки. Даже если у тебя нет прогрессирующих болезней, многочисленные исследования уже давно доказали прямую связь между любовью к солярию и возникновению различных форм рака, причем не только рака кожи, не говоря уже о большом количестве других негативных побочных эффектов со здоровьем. При этом положительных моментов от посещения солярия до сих пор не наблюдается. Изменение цвета кожи я не могу отнести к положительным моментам, потому что это вкусовщина. Кому-то нравятся более загорелые девушки, кому-то нравится аристократическая бледность. И во всем мире ученые уже давно бьют тревогу на тему того, что солярий нужно вообще запретить, потому что это совсем не так безопасно, как пытаются некоторые представить. И вот у нас здесь возникает Фито Дмитрий, у которого почти 200 тысяч подписчиков, не владеющих критическим мышлением, иначе бы они на него не подписались, но они ему поверят, послушают и поверят, и подумают, что солярий – это окей. Нет, это не окей. Это, между прочим, не окей! Это вредно для вашего здоровья. Очень вредно. И я, честно говоря, не могу даже понять, как это вообще возможно. То есть, если я в своем ролике говорю какую-то информацию, она на чем-то основана. То есть, я могу любую информацию своего видео подтвердить исследованиями, отсылками и так далее. То есть, нет такого, что я просто взял и выдумал с головы, что солярий безопасно. И что самое грустное, что меня расстраивает больше всего, это опасная для здоровья брехня. То есть, человек послушает, испортить себе здоровье, которое потом уже будет, возможно, не восстановить, да, и все. А фитнес-тренеру за это ничего не будет. Какие с него взятки? Взятки, так сказать, гладкие, да? Он свои денежки срубил с этих хомячков и радуется. А что с ними там в дальнейшем будет, неизвестно. Никакой абсолютно ответственности. Да и... Ай... Ладно. Мы разобрали самое отвратительное видео из тех, которые я видел у Фито Дмитрия. Но я же сказал, что на его канале есть и другой контент. Как накачать руки с собственным весом? Берешь гирю и поднимаешь. Как накачать руки с собственным весом? Берешь гирю... Без комментариев. Ты чего? Только тренировку и начал, и подход, а уже такой убитый. Да, знаю. Прыжки эти долбанные надо делать. Плиометрика — это прикольно, но с*** травмоопасно. Самый травмоопасный момент в плиометрике связан с тем, что вы сначала подлетаете на большую высоту, а потом у вас возникает ударная нагрузка при приземлении. Если же вы выполняете плиометрику без падения вниз, без травмоопасной части, то ничего травмоопасного в плиометрике нет. Нет, потому что нет этой самой ударной нагрузки. Даже не знаю, стоит ли раскрывать тебе секрет, что для тренировки взрывной силы делать прыжки не обязательно. Ну, а что же делать тогда? Тебе надо просто прокачать быстрые мышечные волокна. Братишка, ты можешь делать классическую силовуху, но усилия на взрывной манер. Да, действительно, можно делать классические упражнения, те же самые, например, подтягивания, просто очень резко во взрывной манере, но какая есть проблема? Если вы делаете плиометрику и ставите перед собой какое-то препятствие, на которое вам нужно запрыгнуть, у вас есть ограничения по той величине взрывной силы, которую вы должны развить. То есть, если вы разовьете взрывную силу меньше, чем нужно, то вы просто не запрыгнете на препятствие, и у вас отличный визуальный показатель того, действительно ли вы справляетесь с нагрузкой или не справляетесь. Если же вы просто выполняете обычное силовое упражнение, но во взрывной манере, у вас нет такого показателя, и вы не знаете, прогрессируете вы в этом упражнении, не прогрессируете, выкладываетесь на 100%, не выкладываетесь, да, то есть с плиометрикой, с увеличением вот этого вот расстояния, на которое вы запрыгиваете, вы видите действительно, что
становится сложнее и сложнее и сложнее, а не просто вы там устаете или топчетесь на месте и так далее. Очень важно иметь возможность отслеживать свой прогресс. То, что вы не отслеживаете, то, что вы не измеряете, тем вы не можете управлять. То, что вы измеряете, то, что вы отслеживаете, тем вы можете управлять. Именно по этой причине я рекомендую всем использовать плиометрику, если цель развития взрывной силы. При этом действительно нужно понимать, что есть ударная нагрузка, если вы просто прыгаете вверх и потом падаете вниз. И эта ударная нагрузка возникает именно когда вы падаете вниз, но не когда вы прыгаете наверх, понимаете? Это простая физика. В верхней точке вашего движения, в самой верхней точке, у вас равно нулю. Блин, что-то прогресс со всеми идет. Что я делаю не так в своей жизни? Парень, подожди. Сколько я вижу тебя в зале, ты делаешь одно и то же. Ты не пробовал что-то менять? О каких изменениях ты говоришь? Конечно, про тренировки. Во сколько ты уже тренируешься по своей программе? Ну, уже как 3 года. Это, конечно, очень хорошо, что ты настолько освоил технику каждого упражнения. Поменяй хотя бы что-то в своей программе. Мышцы уже давно адаптировались. А как часто вообще это нужно делать? Ты должен менять свои тренировки или хотя бы что-то в них примерно раз в 2 месяца. Очень интересный совет. Абсолютно ни на чем не основанный. 2 месяца. Почему 2 месяца? Черт его знает. Очень интересно было бы узнать, почему именно каждые 2 месяца нужно менять свою тренировочную программу и зачем это делать. Но я лично не знаю. Я предлагаю всем, кто меня спрашивает, как часто надо менять программу тренировок, использовать матрицу Кучуму, где вот есть логичные, понятные параметры прогресса и травм, с помощью которых ты ориентируешься, надо ли тебе что-то менять в своей программе тренировок. При этом ограничений по времени никаких нет, потому что время — это следствие того, что ты делаешь. Ну, ладно, то, что ты 3 года делаешь одни и те же упражнения, вовсе не говорит, что ты освоил их технику. Я регулярно встречаю на воркаут-площадке людей, которые могут годами считать, что они подтягивания делают, отжимания, при этом их техника ужасна. Ужасно, потому что они не понимают, что они делают, и они никогда не задумывались о том, что они делают. Они вот когда-то сходили, допустим, потренировались с кем-то, или в фитнес-клубе им там тренер показал технику, и они вроде как повторяют, но при этом они не думают. Все просто что-то делают, но никто не думает. А думать надо. И поэтому их техника такая же ужасная, как она была 3 года назад. Кроме того, давайте будем честными. Ваши мышцы, они не знают, какие упражнения вы делаете. Они не знают, у них нет мозгов, я надеюсь. Они просто сокращаются, расслабляются. И для прогрессии, для того, чтобы расти, в первую очередь нужно увеличивать интенсивность тренировки, интенсивность выполняемых упражнений. В зале это сделать самый простой вариант. Можно с помощью увеличения рабочих весов. Просто увеличить вес, интенсивность увеличивается, мышцы получают стимул к росту. Вы можете выполнять одни и те же упражнения. Просто увеличивать веса, и вы будете расти. Здесь нет никакой квантовой физики, да, здесь все очень и очень просто и однозначно. Прогрессия нагрузок, достаточное восстановление питания, желаемый результат. При этом вы можете ничего абсолютно не менять. Вы можете 3 года выполнять одни и те же упражнения, просто увеличивать веса, и все будет замечательно. Естественно, если вы подобрали эти упражнения не самым лучшим образом, и ваша программа тренировок оказалась не сбалансированной. Кстати, один из вариантов балансировки я показывал вот здесь, в этом видео про 6 упражнений, которые должны быть в любой программе, как вариант. То со временем в вашем организме будет развиваться дисбаланс между мышцами, и это может привести к определенным проблемам. Поэтому важно, чтобы все в тренировке было сбалансировано, и по нагрузке в том числе. Но это уже тема для отдельного ролика. Но это, опять же, никак не связано с необходимостью менять через конкретные промежутки времени вашу тренировочную программу, тем более, если она работает. Понимаете? Такого, что мышцы привыкли к упражнениям, этого нет. Мышцы не привыкают. Привыкает нервная система, да, у вас развивается нейромышечная связь, и вы начинаете делать упражнения более технично, затрачивая на них меньше энергии. Соответственно, каждое повторение становится менее энерго- и трудозатратным для вас. Но за счет увеличения интенсивности, за счет повышения рабочих весов, вы с этим отлично можете справиться и продолжать работать, и получать результаты, которые хотите. Так любой дурак может. Лучника забабахай. Какой лучник? Как же меня достали, который использует нецензурную лексику в своих шортсах только для того, чтобы собрать больше просмотров от школоты, которой это нравится. И казалось бы, ладно, школота, она тупая, да, и мало что понимает в жизни, но чувак же взрослый человек, у него ребенок есть. Зачем вот он это делает? Зачем? Напишите в комментариях, если вы разделяете мое мнение относительно ненормативной лексики, она вас также не устраивает, вы считаете, что ее нужно искоренить? Русский язык и без того достаточно богатый на слова и способы выражения своих эмоций для того, чтобы использовать еще и нецензурную лексику из мест не столь отдаленных. Но, тем не менее. Это такой вид подтягивания. Ты точно про подтягивание? Давай попробую сделать и скажу свой вердикт.
Вау. Фух, слушай, сложный элемент. Сложный элемент? Ну-ка. Сейчас мы посмотрим на этот сложный элемент. И это при том, что я даже не размялся. Сложнейший. Я прям чуть не помер, когда его делал. От смеха называть лучника сложным элементом. Ёшкин кот. И там совсем свои качалки с дуба рухнули. Все, что сложнее, чем жим штанги, для них это сложный элемент. Чувствую статическую нагрузку, но, конечно, к росту мышц сомнительное отношение. Что? Почему сомнительное? Да, статическая нагрузка, мышцы же болят. Кстати, когда? Укрепить сухожилие, повысить силу. Но для роста мышц нужна динамическая нагрузка, чтобы мышца полностью сокращалась и расслаблялась. Кто сказал тебе чушь, что статическая нагрузка, статические, изометрические, правильно их называть, да, потому что нет удлинения мышц, упражнения не приводят к мышце росту, к росту мышцы. Потому что вот эти вот исследования говорят нам о том, что она приводит. Угу. И мышцы растут. Более того, в лучнике у нас мышцы-то сокращаются. Это более сложная версия обычного подтягивания. При этом почему-то ты решил, что для роста мышц это будет не очень хорошо. Мне очень интересно знать, откуда все эти фитнес-недоросли, фитнес-недоразумения черпают свою информацию. Потому что в научных источниках, в научных данных, в данных результатах исследований ничего подобного нет. Скоро лето, а вес на месте. Ты меня как-то неправильно тренируешь. У тебя просто сейчас этап рекомпозиции. Вот мы и дожили до того момента, когда каждый второй фитнес-тренер начинает активно использовать в своем лексиконе слово рекомпозиция. Хотя еще совсем недавно я помню те времена, когда традиционная фитнес-индустрия отрицала саму возможность рекомпозиции тела, говорил, что невозможно одновременно сжигать жир и набирать мышцы. А мы им пытались объяснить, что с точки зрения законов физики нет никаких проблем, нет никаких ограничений, которые бы запрещали это делать одновременно. Как меняются времена, да? И теперь вы из каждого утюга будете практически слышать про рекомпозицию, когда вот вес тела не меняется, а внешний вид-то меняется, потому что соотношение жира и мышц меняется. Когда-нибудь они поумнеют все-таки, я надеюсь. И мы будем этому активно способствовать. Если вы хотите поддержать наш проект, сделать так, чтобы научный подход к тренировкам, к питанию, к здоровому образу жизни продвигался в массы, чтобы больше людей слушали действительно полезную, эффективную информацию из таких источников, как наш канал, как канал «Фитнес без рабства» и другие полезные действительно каналы, слушая и получая информацию, с которых вы действительно начнете прогрессировать, пожалуйста, присоединяйтесь к команде спонсоров нашего проекта на Boosty всего от 200 рублей в месяц, и вы дадите нам больше возможностей. Чем больше у нас будет финансовых ресурсов, тем чаще, лучше и интереснее мы сможем снимать видеоролики. А это значит, что на канале будет больше подписчиков, и мы сможем дотянуться до большей аудитории. Это дело касается не только тренировок, потому что то, что мы изучаем на площадке, мы затем переносим и во всю остальную жизнь. Ну для тебя что важнее, форма или цифра на весах? Тут не важно, что для меня. Девочка в Инстаграме, нужно показать красивые циферки. А увидев твою красивую фигуру, это их больше заденет. А цифра на весах в Инстаграме? Фотошоп в помощь. И как я уже сказал, на его канале действительно есть... Да хватит тебе говорить. Действительно есть примерно 9% видео с действительно полезной информацией, и вот этот ролик один из них, потому что очень часто новички зацикливаются на цифре на весах, при этом на самом деле цифра их не волнует. То есть вам абсолютно не важно, весите вы 60 или 70 килограмм, если вы будете выглядеть именно так, как вы хотите выглядеть. То есть для человека на самом деле гораздо важнее его внешний вид, да, его параметры, даже измерение объемов, это гораздо более точный показатель того, что вы хотите достичь. Но при этом, конечно, всем лень заморачиваться с тем, чтобы измерять все объемы, там, бицепса, трицепса, голени, талии, да, и гораздо проще встать на весы и вот увидеть одну единственную циферку и по ней судить. И новички так и делают, но это очень частое заблуждение, особенно на начальном этапе, когда до вас происходит та самая, в первую очередь, рекомпозиция тела, и вес никуда не меняется, но визуально-то вы меняетесь. И давайте будем честными, вы хотите измениться визуально. Если вы будете выглядеть точно так же, как сейчас, но весы будут показывать вес на 20 килограммов меньше, вас это не устроит. Согласны? Согласны, потому что на самом деле вас интересует не вес на весах, вас интересует вас интересует на самом деле ваш внешний вид. Не надо так загоняться по цифрам на весах. Смотрите на отражение в зеркале, делайте регулярно фотографии на ровном фоне, без пересветов, без теней, и смотрите, как вы меняетесь от месяца к месяцу.
и вы будете гораздо более довольны тем, что вы делаете. You get a camera. Every Sunday, you sit here in the mirror, and you take a fucking picture of yourself. You put that right there with a date on it, you print it out, or you put it in the visual library on your computer. Do it again next week, same pose, you know? And then you see the progression. Sometimes it's hard to see the trees from the forest until you step out. This allows you a tool to step out and see where you are right now on this date. На канале у Фитнеса Дмитрия есть полезные ролики, которые стоит посмотреть, но их, конечно, сравнительно очень мало по сравнению с контентом другого качества. У нас есть еще один или два ролика, сколько там, которые мы посмотрим, прокомментируем и будем делать выводы. Вау, какие мышцы! А греческий бог не подскажет пару упражнений на красивые ножки? Окей, болгарские приседы, румынская тяга, выпады. Все пробовала, нужно что-то сверхоригинальное. Зачем? Ну, то есть, у тебя есть упражнения, которые задействуют целевые мышцы, которые ты хочешь увеличить в размерах. Но вместо того, чтобы их делать, тренировать технику, увеличивать нагрузку, прогрессировать и добиваться желаемого результата, ты хочешь что-то оригинальное. Очень частая проблема посетителей фитнес-клубов, которые попробуют 1-2 раза упражнение, не поймут, как его делать, не поймут вообще, как оно работает, не получат от него никаких результатов и сразу перескакивают на следующее. При этом они могут так годами скакать, по упражнениям не получать никаких результатов. Но поскольку это весело, они продолжают ходить в фитнес-клубы, платить фитнес-тренерам деньги и радоваться жизни. Только вот у нас подмена целей произошла в какой-то момент, да? Когда они приходили в фитнес-клуб за фигурой, а вместо этого получают удовольствие и радуются этому. Но в конечном итоге они не получат желаемую фигуру и расстроятся. Посмотрим, что скажет фитнес-тренер на это. Попробуй сиси-присед. То есть вместо того, чтобы объяснить своему клиенту неправоту этого самого клиента, фитнес-тренер, поскольку он заинтересован в получении денег, а не в том, чтобы его клиент получал результаты, будет подыгрывать, будет играть с клиентом в эту самую игру. Хочешь оригинальное? На тебе оригинальное. Бесполезное? Да и черт с ним, какая разница, иди делай, кыш-кыш-кыш-кыш, плати деньги. Это одна из проблем современной фитнес-индустрии. Фитнес-тренер знает, что то, что он посоветует, будет заведомо хуже тех упражнений, которые он уже назвал, потому что в первую очередь он их и называл, потому что это лучшие упражнения для тех целевых мышечных групп, которые девушка хочет натренировать. При том, что сиси-приседы, про которые он говорит, тренируют в первую очередь переднюю поверхность бедра, там квадрицепс и все остальное, что девушки обычно не хотят тренировать. Но зато оно выглядит необычно и интересно. И поскольку твоя задача как фитнес-тренера обычно в том, чтобы заработать деньги, как я уже сказал, а не в том, чтобы помочь своему клиенту достичь желаемых им целей, то возникают вот такие советы. Это отвратительно. Это просто отвратительно. Не говоря уже о том, что это упражнение гораздо более травмоопасно и гораздо больше требует внимания и уровня подготовки для того, чтобы, в принципе, начать его выполнять. И нельзя его советовать тем людям, которые задаются вопросами, а что бы мне стоило поделать? Такое необычное упражнение хорошо задействует переднюю часть бедра. Твоего вида я и так чуть не падаю, а тут я не упаду. Нет, просто делай аккуратно, оно довольно травмоопасное. Довольно травмоопасное упражнение. Делай вперед, без подготовки, без уровня. Единственное, что меня радует в этом ролике, то, что на самом деле это, конечно же, никакие не сиси-приседы, да? Это просто приседы с узкой постановкой ног, которые действительно делают акцент на именно переднюю поверхность бедра. То же самое можно делать не вот в этом странном тренажере, а вы можете делать, например, в тренажере Смите, где у вас есть фиксация движения по вертикальной оси, и, соответственно, вы можете поставить ноги близко друг к другу, но при этом при приседании вы не будете падать назад. Если вы просто попробуете это сделать без опоры, вы будете падать назад, вас будет перевешивать из-за смещения центра тяжести. В Смите у вас такой проблемы не возникнет, плюс вы сможете использовать дополнительный вес, что делает это упражнение еще более эффективным, чем упражнение просто с собственным весом. Сиси-приседы выглядят совершенно другим образом, это вот это упражнение, и там угол в коленном суставе гораздо меньше 90 градусов, и там требуется еще и баланс, и это действительно упражнение продвинутого высокого уровня, которое делают люди, которые понимают, зачем они его делают. В то же время приседания с узкой постановкой ног могут делать действительно и новички тоже в том числе. В тот момент, когда парень с площадки лучше разбирается в упражнениях из качалки, чем парень из качалки. Yes, ура, науке! Дим, есть столько разнообразных упражнений, из них некоторые такие сложные. Да, одно из таких называется пуловер. Интересно, а оно эффективное? Многие действительно классные тренеры утверждают, что оно не рабочее. Думаешь, они не правы? Да нет, действительно приводят хорошие доводы. Правда широчайшая там работает сомнительно, да и неестественное положение плеча тоже имеет место быть. Значит, правда бесполезная? Обратная сторона в том, что его использовали давно, и оно заняло прочное место в списке проверенных упражнений. Когда-то давно люди верили, что Земля плоская. Но только плоская она от этого не была. Подумайте над этим.
самые эффективные упражнения на бицепс специально по просьбе подписчиков. И начинаем мы не с гантелей. Особенно если вы новичок, мало кто знает, но вам отлично подойдут обычные подтягивания на турнике. Вы новичок. Гантели позволяют подобрать вам нагрузку, начиная с пустого грифа и до очень высокого уровня. То есть в точном соответствии с вашим уровнем подготовки. И при этом вы можете ее регулировать, используя именно тот вес, который подойдет именно вам сейчас. Но этот фитнес-тренер, вместо того, чтобы использовать вот этот идеальный инструмент для тренировки бицепса, который позволяет тренировать мышцу именно так, как ее нужно тренировать, то есть не просто сгибание в локте руки, да, но также и заворачивание, чтобы по максимуму нагрузить, он предлагает делать тяжелое, многосуставное упражнение с весом собственного тела, которое большинство людей не способно на данный момент выполнять в принципе. То есть да, да, действительно, из 7 с лишним миллиардов людей найдется не так много людей, которые могут выполнять подтягивания с весом собственного тела. Хотя, казалось бы, это один из показателей здоровья. Где логика в этом совете, ребята? Где она? Хватом на бицепс? Достаточно обычного классического прямого хвата. Классический хват в первую очередь задействует широча... Я даже, знаете, я устал комментировать этот бред просто. Я просто вот попрошу монтажера поставить сейчас последнее видео. Я его даже не буду комментировать, мы возьмем нарезку из... с реакциями из South Park. И я, пожалуй, знаете, после такого надо прийти домой, выпить чашечку горячего какао, потому что какао это полезно для моего настроения, и отдохнуть. Слишком много бреда я сегодня услышал, слишком много ерунды. Многие от природы худые или толстые парни расстраиваются, когда узнают свой тип телосложения, а зря. Нет! Барбара Стрейзанд! Подводя итоги этому ролику, ну, канал Фито Дмитрий это просто информационная фитнес-помойка. Давайте называть вещи своими именами. Это просто фитнес-помойка, в которой действительно, вы знаете, как на помойке, если бомжи там пороются, они могут что-то полезное найти, да? Вдруг кто-то что-то полезное выбросит. Британский программист по имени Джеймс Хауэлл случайно выкинул жесткий диск со всеми своими биткоинами. Только представьте его состояние на сегодняшний день, когда цена его биткоинов выросла до 165 миллионов долларов. К слову, британец и по сей день не сдается и пытается найти свой потерянный жесткий диск на свалке. Вот точно так же из всего того мусора, который у него есть на канале, можно найти несколько действительно полезных роликов, но вряд ли кому-то стоит подписываться и тратить огромное количество его времени для того, чтобы найти вот те крупицы пользы. Есть гораздо более информативные и полезные каналы, подписка на которые принесет во много раз больше пользы, чем подписка на Фито Дмитрия. С точки зрения какой-то развлекательной составляющей, ну, лично мне его ролики вообще не зашли, его юмор не зашел. Честно говоря, я не знаю, кто те люди, которые подписываются на Фито Дмитрия. Если вдруг так случилось, что вы смотрите и меня, и его одновременно, я не знаю, зачем, пожалуйста, напишите в комментариях, зачем вы подписались на Фито Дмитрия, что вы ожидаете там увидеть. Может быть, чего-то не хватает нашему каналу, может быть, мы как-то, не знаю. В общем, пишите в комментариях, будем работать над собой, будем снимать больше шортсов. Крупный такой материал народ уже вообще практически не смотрит, если только YouTube алгоритмы не выкинут его куда-то в рекомендации. Смотрите, клевая толстовочка у меня. Хотите себе такую же, заходите на сайт нашего спонсора, магазин Workout Shop, там они еще есть в нескольких цветах, оформляйте заказ, будете тоже тренироваться в комфорте, в теплоте. С вами был Антон, канал Street Workout, увидимся в следующем ролике или на уличной площадке вашего города. Па-пам!